Всем привет, уважаемые гости и подписчики моего канала. Так, сегодня у нас 18 февраля, и, как мы видим, пришла прошивка на Note 6, Redmi Note 6 и на Redmi 5. Итак, смотрим. Значит, почему-то прошивка весит полного размера на Note 6 1,7 гигабайт, на Note 5 1,4 гигабайта. Это говорит о том, что будет серьезное изменение. Итак, поехали загружаться. Значит, после загрузки продолжим. Итак, ребят, прошло минут 15 времени, большие обновления, и вот уже Redmi 6 переключился на обновление. Кто не видел вот такое меню сейчас, обновление удобное и красивое, да, то есть сразу видно, что телефон обновляется, да, вот, не то, что раньше, когда был просто черный экран, и тупо непонятно было, то ли он завис, то ли сломался, то ли окирпичился, то ли еще что. Итак, ребят, значит, телефон обновился, Redmi 6, Redmi 5 еще обновляется. Значит, давайте начнем. Значит, первое, что хотел сказать. У кого пропало меню здесь выбрать файл прошивки, нужно 10 раз нажать на цифру 10, и у вас этот подменю появится. Далее, заходим в настройки, смотрим меню, и у нас здесь появилась новая вкладочка, называется «Раннее обновление». Вот, ну я ее включил на всякий случай, и пишут, значит, получать обновление раньше других пользователей. Ну, не знаю, как это будет выглядеть, если все пользователи эту, включат эту функцию. Ну, посмотрим. Далее, значит, как обычно, давайте посмотрим на свободную память. Видим 2,4 свободная из 4, в принципе, нормальный стандартный показатель. Ну и заходим, давайте, как обычно, в настройки. Ребят, что первое хочу сказать по поводу оптимизации. Оптимизация мне как бы уже нравится. Чувствуется, что плавность работы улучшилась. И судя по всему, когда такое большое обновление, обновляют очень много всего. Так, второе. Погода. Так, да что ж такое. С погодой, как мы видим, шрифты до сих пор никак не исправят. Вот. И, к сожалению, значит, будем ждать еще. Далее, значит, как мы знаем, прошивку прошлую 9.2.14 отменили из-за проблем с будильником, да, вот, наконец-то праздники закончились, китайцы проснулись и сделали обновление. Вот, давайте посмотрим, как оно у нас, значит, работает. Ну, по традиции, зайдем в батарею, запустим приложение, вот, как видим, на Redmi 5 уже идет обновление, и не знаю, с чем это связано, смотрите, наконец-таки начало показывать что-то похожее на правду счетчик работы. 22 часа показывает, при этом уже 3 часа, 4 часа отработало. Ну, это 25 часов, где-то примерно похожие показатели. Некоторые люди пишут, что 3 дня работает Redmi 6. Ну, можно поверить, если это будет без серьезных нагрузок, конечно, может и 3 дня проработать. Но ничто не сравнится с работой вот такого девайса под названием Redmi 3, Redmi 4 Pro. Вот у него, я уже показывал, да, автономность работы, значит, занимает минимум 3-4 суток. Вот это автономность, ребят. Ну, здесь за счет того, что дисплей поменьше, конечно. Вот, смотрите, вот что тут, почти полная зарядка. Вот, смотрите, сколько показывает. 72 часа, 71,6 часов. Вот это автономность, ребят. Вот, если разделить ее на часы, вот давайте, грубо 72 часа, разделим на 24, и мы с вами получим ровно 3 дня. Вот такая история. Ну ладно, это мы отвлеклись. Так, как раз перезагрузился у нас, вернее, обновился Redmi 5. Как видите, стекло разбитое, да, пока не поменял. Нет, возможности будет, попозже буду менять. Так, далее, значит, переходим в темы. Сейчас актуальная тема, значит, многие ищут темную тему, да, и ждут, что она появится. Так, в новые Dark Time или Dark моды. Ну, видно, что этой темы нет. Говорят, что в ближайшее обновление она должна, может быть, на стабильной версии появиться. Это еженедельно, как мы знаем, да. Вот здесь вот классическая какая-то появилась, черная. Давайте на нее посмотрим, что это за темка. О, ребят, ну, кстати,
Кстати, неплохая темка такая, не совсем она классическая, конечно. Вот. Ну, вроде неплохая. В принципе, кто ждет, кто хочет черную тему. Ну, давайте через поиск попробуем найти еще. Cool Black, Astron Black, Black Green, Cool Black, как мы видим, и так далее. Ну, Dark Blue, вот этих черных нету тем. Вот это что такое? Black and Black TT. Вот такая темка есть. Но это не то, что как бы многие под этим понимают. Это должно быть полностью черная тема. Ну, вот что-то похожее, кстати, и неплохое. Вот. В шторке уведомлений пока этого тоже нету. Здесь, видите, да? Переключение. Так, экономия, беспокоит и так далее. Так, дальше. Давайте посмотрим на работу, как обычно, Ютуба. Ну, как видим, работать стал поплавнее, честно говоря, да? Вот, и очень даже неплохо откликается на нажатие кнопок. Ну где я тебе возьму 15 лямов за один день? Это Артём, у него ИП и проблемы. И если денег не... Всем привет, уважаемые гости и подписчики моего канала. Ну, как видим, YouTube работает нормально. Значит, открываем с вами... Открываем с вами Mail.ru. По традиции хотелось его открыть. Так, вот он Mail.ru. По ссылкам переходит. То есть по ссылке открывает. Вот мейловская программка у меня стоит. В принципе, нормально. Так, теперь проходим в камеру. В режиме видео смотрим на настройки. Так, стабилизация есть. Нет, видите, большое обновление, 60 FPS на Full HD разрешение не появилось опять. 4К тоже не появилось, хотя здесь и не обещали. Вот. Ну, вот так. Так, дальше. Дальше. Так, YouTube посмотрели, браузер посмотрели, камеру посмотрели. Ну и давайте еще посмотрим, значит, блокировка и защита. Нет, ребят, и управление по лицу тоже не появилось. То есть нужно менять регион. На регионе России этой функцию почему-то не включают. Ну, честно вам скажу, не знаю, я попользовался пару дней. Ну, вот. Но когда есть отпечаток и лицо, в принципе, отпечатка вполне хватает. Я думаю, что если бы не было отпечатка, да, тогда бы по лицу тоже эта функция нужна была. Так, ну, в принципе, это все, что касается Redmi 6, ноута 6, да. Так, давайте еще посмотрим систему безопасности, обновили они или нет. Система безопасности от 1 января. Название Global 9.2.15 бета. Так, ну и следующее обновление, наверное, ждем мы по традиции в пятницу. Возможно, чуть задержат они, как обычно. Так. Это то, что касается ноута 6. Теперь как раз у нас сейчас включится ноут 5. Фу, Redmi 5. Redmi ноут 5, к сожалению, возможности сделать нет. Уже отдал его дочке. Вот, забрать возможности нет. Поэтому, ребят, извините. Итак, ребят, запустилась оболочка на Redmi 5. Так, включаем. Так, ну и что, поехали сразу смотреть по характеристикам. Значит, смотрим. Система безопасности 1 января, 9.2.15. Так, погода. Шрифты здесь тоже не поменялись, как мы видим уже. Памяти у нас. Сейчас очистим. 1.5 из 3. Ну, не самый лучший показатель на самом деле. Так, дальше. Так, в настройках.
тоже появилось раннее обновление. Включаем его. Загружать через мобильный интернет отключаем. Так, опять же говорю, у кого нету вкладки «Выбрать файл прошивки», нужно 10 раз нажать по значку MIUI 10. Так, поехали. Значит, смотрим батарею. Так, добавляем 4 минуты. Так, видим, что не очень хорошо показывает у нас счетчик. 11 часов, при этом 4 часа отработало, 15. Ну, некорректно здесь, странно. На ноуте 6 вроде покорректнее показывает. Температура почему-то поднялась до 36. Ну, как-то так. Так, дальше. Переходим в камеру, видео. Ну, здесь чудес ждать не надо. Ну, их, собственно, и нет. Стабилизация не появилась. 60 FPS не появилась. Портретный режим тоже не появился в режиме фото. Вот как-то так. Вот видите, вот улучшение есть, сюжет. Портретного режима нет. Многие хотели заиметь этот режим. Но, к сожалению, нет. Так, дальше. Открываем с вами браузер, если найдем. Нашли. Mail.ru. Так, плавность, ребят, достаточно неплохая, в принципе, видите. По ссылкам переходит нормально. Вкладки не хочет открывать. Сейчас. Извините, переболел до сих пор. Вот видите, ребята, вот заметил такую вещь, что после обновления все равно желательно телефон перезагрузить. Вот хотите ругайтесь, хотите нет, но нужно перезагрузить, и тогда работать он будет плавнее гораздо. Вот как-то так. Так, ну видим, что открывает, да? Так, пойдем с вами на YouTube сходим. Сходим с вами на YouTube. Ну, как видим, открывается. Гуляй, шальная императрица. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Звук есть, все изображение идет. Что сказать? Ну, в принципе, можно к установке рекомендовать. Ребят, обновление неплохое. Ну, и по опыту скажу, что если на Redmi 5 все нормально, то и на Note 5, в принципе, тоже все хорошо. Вот такой вот сегодня получился обзорчик. Поддержите это видео лайками. Поделитесь им в социальных сетях. Также хочу сказать, что 20 февраля ожидается выход глобальной версии Note 7 телефона. Вот, буду приобретать его, делать обзор, как обещал. И 28 февраля будет презентация смартфона Mi 9. Возможно, еще какого-то смартфона там будет презентуют. Но пока никакой дополнительной информации есть. Нет. На этом все. Не забываем подписываться на канал. И вы тогда первыми узнаете о выходе новых прошивок. И о выходе новых современных новостей. Всем удачи. Всем спасибо. Пока-пока.